Это наше утро, 24 января. Обсуждаем новости, делаем прогнозы, делимся анонсами. Александр Серебренников. Любовь Черкашина. Начнем с темы, которую обсуждают сейчас на всей планете. Болезнь X. Эпидемии пока нет и не предвидится, но человечество после коронавируса не исключает такой возможности и старается подготовиться максимально эффективно. Опыт COVID-19 показал, многое зависит от иммунитета. О том, как его выработать и поддержать, нам на нужном уровне мы поговорим сегодня, забегая вперед, скажем, все в наших руках. Это наше утро и ваше лучшее начало дня. Овны, вашим добродушием и безотказностью могут воспользоваться многие. Научитесь говорить «нет». Сегодня на первом месте должны быть ваши личные интересы и приоритеты. Тельцы, чтобы текущий день прошел максимально гармонично, попытайтесь с самого утра четко расставить приоритеты. При этом не стоит сопротивляться обстоятельствам, если что-то станет меняться. События будут развиваться стремительно у близнецов. Звезды советуют вам прислушиваться к своей интуиции, чтобы правильно использовать информацию. Избегайте новых знакомств. Раки. Постарайтесь сегодня не проявлять слишком ярко свое недовольство текущим положением дел. Наберитесь терпения и, по возможности, сосредоточьтесь на бытовых делах. Энергетика текущего дня обещает львам много перспективных возможностей, но вам придется очень сильно постараться, чтобы ими воспользоваться. Звезды рекомендуют девам без страха приступать к реализации новых перспективных проектов. К тому же у вас замечательный день для восстановления сил и любимых занятий. У весов благоприятный период для совершенствования личных навыков и качеств, получения полезных знаний и расширения кругозора. Постарайтесь избегать дальних поездок и необдуманных трат. Скорпионы смогут обеспечить прекрасный и незабываемый день не только себе, но и окружающим. Ваш позитив создаст приятную атмосферу и подарит замечательные эмоции. Сегодня звезды настоятельно рекомендуют стрельцам избавиться от любых негативных мыслей и обид, а также помириться со всеми, с кем по какой-то причине в отношениях возникли недоразумения. День обещает быть достаточно напряженным для козерогов. Вероятно, возникновение конфликтов как на работе, так и дома. Важно проявить терпение и выдержку. Водолеи. Если вы умело воспользуетесь возможностями, которые вам предоставили звезды, то сможете удачно оформить сделки и заключить партнерские соглашения. Рыбы. Сегодня ваш энтузиазм способен привести вас к невероятным успехам. Смело притворяйте свои замыслы в жизнь и не обращайте внимания на пессимистический настрой окружающих. Это наше утро, и мы сегодня говорим о здоровье и иммунитете. Проблемы с сердечно-сосудистой системой – самые распространенные на планете. В числе факторов, которые провоцируют риск – повышенное давление, отсутствие физической активности и неправильное питание. Мы собрали продукты, от которых лучше отказаться, чтобы снизить вероятность инсульта. Жизнь рядом с точками быстрого питания на 13% повышает риск инсульта у людей старше 50 лет. К таким выводам пришли исследователи. С каждой новой порцией картофеля фри на стенках сосудов образуются атеросклеротические бляшки, что может привести к мозговому удару. В сладкой газировке содержится огромное количество сахара, который вредит организму. Если вы пьете лимонад каждый день, то рискуете заработать сахарный диабет второго типа. Из-за поражения сосудов он может приводить к инсульту. В майонезе много вредных жиров, которые приводят к повышению уровня холестерина в крови. Лучше всего полностью отказаться от этого продукта, заменив его на оливковое масло. А для салата оливье или мяса по-французски можно делать домашний майонез на основе натурального масла, яиц и лимонного сока. Для хранения переработанных продуктов из мяса применяются натрий и консерванты. Диетологи предупреждают, слишком частое употребление колбасы грозит не только инсультом, но и инфарктом. В колбасах всегда присутствует большое количество соли. Свыше 5 граммов в сутки достаточно, чтобы нанести нашему организму ощутимый вред.
Говядина, баранина и другие виды красного мяса также повышают уровень холестерина. Специалисты советуют заменить красное мясо белым и включить в рацион бобовые, орехи, рыбу и обезжиренные молочные продукты. Мирский замок – одна из визиток Беларуси. Китайцы создали компьютерную игру про нашу достопримечательность и даже перечислили деньги музею за использование товарного знака. И все отмечают, в этом месте особенно прекрасно зимой. Да, и о погоде этих январских дней есть экспертное мнение. Доброе утро, Дмитрий. Добрейшее утро, уважаемые друзья. К сожалению, в ближайшие дни атмосфера продолжит раскачивать вот эти вот погодные качели. До конца недели ожидается такой неустойчивый характер погоды. Сначала оттепель, ну а ближе к выходным опять подморозит. Так, сегодня погодные условия будут определять активный атмосферный фронт, который будет медленно смещаться с запада на восток. Ожидается облачная погода в большинстве регионов, кратковременные осадки в виде мокрого снега и дождя. Ветер ожидается западный, юго-западный, порывистый, временами сильный порывистый, порывы до 15-20 метров в секунду. В утренние часы слабое гололедное явление, поэтому, отправляясь на работу, будьте осторожны и внимательны. Ну а температура в разгар дня ожидается от минус 1 по северо-востоку до плюс 5 градусов по юго-западу нашей страны. Средняя температура на 4-6 градусов выше климатической нормы. Но какая погода ждет нас далее, расскажу прямо сейчас. Итак, в четверг погодные условия будут определять очередной активный атмосферный фронт, который будет медленно смещаться с запада на восток. Ожидается облачная погода. В большинстве регионов кратковременные осадки в виде мокрого снега и дождя. Под утро слабые туманы и слабое гололедное явление. Ветер западный, юго-западный порывистый, временами сильный порывистый. А температура воздуха как в ночные, так и в дневные часы будет одинаковой. От минус 1 по северо-востоку до плюс 5 по юго-западу. А вот в пятницу погода начнет меняться. Южные ветра развернутся на северные. И в нашу страну начнут поступать более холодные воздушные массы северных морей. И температура воздуха понизится. И уже в ночные и утренние часы ожидается от 0 до минус 5. Днем прогнозируется от минус 5 градусов по северо-востоку до плюс 1 по юго-западу. Кратковременные осадки в виде снега и мокрого снега. И предварительно в субботу и воскресенье, а это последние выходные января, погодные условия будут определять холодные воздушные массы северных широт. Ожидается облачность с небольшими прояснениями погоды. Возможны небольшие кратковременные осадки в виде снега. А температура воздуха в ночные и утренние часы минус 1, минус 7. По северо-востоку при прояснениях до минус 9 градусов. Днем ожидается от плюс 1 по юго-западу до минус 6 градусов по северо-востоку. И средняя температура опять будет около климатической нормы. Вот такая очень устойчивая погода. У нас с учетом того, что в нашей стране установилась оттепельная погода, поэтому большая вероятность падения с крыш – это снега и сосулек. Поэтому под крышами не ходить. Ну, то ли еще будет, как говорится. Еще месяц зимы впереди. Так и всему готовы. Со всем справимся. Как говорят, нечего летать без шлему, да? Вот. Поэтому, если ходим под домами, то только в касках. Это верно. Спасибо, Дим, за информацию. Она очень полезная. А мы продолжаем. Это наше утро на ОНТ. Мы говорим сегодня о здоровье в целом и иммунитете в частности. Укреплять его можно по-разному. Многие подключают фармакологию. Как работает иммуномодулирующая терапия у детей и в каких случаях это необходимо, расскажет аллерголог-иммунолог Юлия Покунова. Доброе утро. Доброе утро, Юлия. Доброе утро. Назначение иммунокоррегирующей терапии у детей, безусловно, возможно, но только врач, либо ваш опытный педиатр, либо врач-специалист может назначить подобное лечение. В нашей стране есть препараты, разрешенные с 6 месяцев, но основная масса этих препаратов с 2-3 лет, ну, есть препараты с года. Вообще основная масса таких обращений – это детский возраст 2-3 лет, когда ребенок начинает посещать детское дошкольное учреждение, начинаются частые УРИ, и тогда родители задаются этим вопросом. Но обращаться с таким запросом необходимо тогда, когда количество УРИ более 5-6 эпизодов в году. С меньшим количеством вообще назначения этих препаратов необходимости никакой нет. Возможно, есть какая-то хроническая патология, сопутствующее заболевание, которое и провоцирует у ребенка эти частые УРИ. И при их коррекции данная проблема решится. Но в любом случае назначение этого лечения необходимо только после консультации врача. Спасибо, Юлия. Ну а мы желаем всем здоровья.
Доброе утро! А сейчас проект 112. В новом году мы продолжим знакомить телезрителей с работой Министерства по чрезвычайным ситуациям. Сегодня еще раз напомним об опасности тонкого льда и о том, как правильно себя вести, если все же попал в беду. Оригинально к профилактике выхода на тонкий лед подошли в МЧС, чтобы любыми способами оградить людей от беды. Каждый год жертвами неокрепшего льда становятся десятки человек, чаще любители зимней рыбалки и дети. Ради этой съемки мы специально ждали мороза, чтобы лично проверить, успевает ли замерзнуть лед за пару холодных дней. За неделю достаточно крепких морозов толщина льда достигла 17 сантиметров. Но уже сейчас, когда температура поднялась, лед снова небезопасен, особенно в местах быстрого течения, вблизи деревьев, кустов и камыша. При выходе на лед нужно учитывать, что толщина льда должна быть не менее 7 сантиметров, при этом должен браться в учет именно кристаллический чистый лед, который удерживает гораздо лучше. Надеяться на то, что провалившись в полынью удастся выбраться самостоятельно, не стоит. На этих кадрах профессиональный пловец наглядно показал, как тяжело выбраться из-подо льда. А неподготовленному человеку это будет делать еще сложнее. А потому, прежде чем собраться на зимнюю рыбалку или каток, стоит подготовиться. Обязательный атрибут для выхода на лед – спасательный жилет. Вещь простая и доступная, но может спасти жизнь. Благодаря жилету человек не уйдет под воду, а значит сможет сохранить энергию и продержаться на плаву до приезда спасателей. Также его наличие окажет психологическую поддержку. Если уж провалился, жилет поможет не паниковать. Любителям подледной рыбалки и других зимних хобби также стоит держать в голове четкий алгоритм действий на случай падения в воду. Если на вас находятся вещи, которые сильно намокают, это, как правило, обувь, которая быстро набирает воду, может быть тяжелый бушлат, нужно постараться быстро от этого освободиться, налегать локтями и грудью на лед до того момента, пока он перестанет ломаться и будет удерживать вас. Как только лед начинает удерживать, постараться забросить локоть, один, второй. Когда получилось выбраться на лед, постараться желательно перекатами откатиться в сторону, звать на помощь. В таких случаях на помощь сразу выбывают сотрудники водолазно-спасательной службы МЧС, которые дежурят в круглосуточном режиме. Это техническое средство, предназначенное для эвакуации людей из зон подтопления. Ее плюс в том, что эта лодка может двигаться почти по всем поверхностям посредством скольжения. То есть это лед, это заболотистые какие-то местности, вода и так далее. Но техника ничто без профессионализма людей. Поэтому сотрудники МЧС постоянно тренируются, чтобы в нужный момент оказаться рядом. Спасатели, конечно, каждому придут на помощь, но ЧП лучше вовсе избежать. Соблюдайте правила безопасности, берегите себя и помните, телефон МЧС 101 и 112. Сегодня Международный день женского спорта, так что принимаю поздравления. В общем, мы всех поздравляем причастных и желаем ярких побед, отличной формы, новых высот. И по случаю поделимся интересным материалом о силе духа, чувстве локтя и о том, чем отличается настоящая команда от женского коллектива. Они завоевывают награды, ездят на мировые турниры, привозят медали и кубки. А еще на своем примере показывают, что все и везде успевать возможно. Елизавета Тимошкова – член национальной команды Беларуси по настольному теннису. Она совмещает учебу в школе, многочисленные тренировки и личную жизнь. Тренировки два раза в день, 6 дней в неделю. Только в субботу одна. Планирую поступать дальше в БГУФК, чтобы продолжать играть в теннис. И на личную жизнь это никак не влияет. На первом месте стоит карьера.
Ну, по здоровью тяжеловато, потому что случаются травмы, но у нас есть РМПЦ, у нас есть массаж, это очень сильно нам помогает, у нас есть врач национальной команды. А по эмоциональному выгоранию, выгорания, конечно же, были, но с этим тебе помогает тренер, он с тобой общается на это, и также психологи, поэтому это со временем проходит, и ты возвращаешься. Случайных людей в спорте нет. Ведь чтобы попасть в национальную команду, нужно немало трудиться. Ульяна Мещанская, как сейчас, помнит тот самый день, когда она стала частью огромной команды. Вместе с невероятными эмоциями появилась и большая ответственность. Я тренировалась, показывала результат на республиканских соревнованиях, прошла аттестацию и попала в нашу команду в этом году. Это была моя цель. Я тренировалась ради этого, но когда я уже поняла, что я буду в нашей команде, была радость, меня переполняли эмоции, я была счастлива, поняла, что на этом нельзя останавливаться, надо еще дальше тренироваться и работать. Студентка, спортсменка и просто красавица – это все о ней, а еще и умница. Школу закончила с золотой медалью. Поступила в БГУФК. Все были в шоке, потому что не понимали, как я со своими знаниями могла поступить на менеджмент в спорте, а не на юриста, экономиста, там, например. Но сейчас тренируюсь 2 раза в день, тоже получается совмещать, и все хорошо. Ну, как будто бы все были немножечко в шоке с моего выбора, но не понимали то, что настольный теннис – это моя жизнь, и если я выберу учебу, но это будет не жизнь моей мечты. График у Елизаветы и Ульяны насыщенный. Буквально на этой неделе девушки поучаствуют в первенстве Республики Беларусь до 21 года, а уже в феврале примут участие в международном соревновании, командном чемпионате Федерации настольного тенниса России. И все, чего больше всего желают теннисистки сейчас, это... тренироваться, работать, покорять новые вершины, выигрывать соревнования, оставаться у нас в команде и завоевывать весь мир. Алина Прокудина, Илья Шутько, Леонид Вайда. Наше утро. Какой патоген может вызвать болезнь X в реальности? По оценкам экспертов, вирус, который может стать причиной следующей пандемии, похож на COVID-19. Но при этом специалисты отмечают, что если эпидемия начнется, то сначала она произойдет в Азии и в Африке. И мы сегодня обсуждаем, как важно в сезон простуд держать в тонусе свой иммунитет. Кое-что еще на тему здоровья обсудим в нашей формуле. Вы когда-нибудь чувствовали боль и ощущение скованности в плечевом суставе? Симптомы постепенно нарастают, и человеку становится трудно двигать плечом. Такое состояние получило название синдром замороженного плеча. Чем опасна такая проблема и как с ней бороться, об этом я сегодня и расскажу. На самом деле поражается не сам сустав, а окружающие ткани, связки, мышцы и сухожилия. Из основных причин развития синдрома – это нагрузки и перегрузки, травмы, удары, нарушения обмена веществ. На ваших экранах капсула здорового плеча. Ну а здесь то самое замороженное плечо. Начало боли обычно спонтанное и может длиться от 3 месяцев до года. А чем же опасен синдром замороженного плеча? Осложнениями данного синдрома могут быть ограничение подвижности сустава, его разрушение, а также дистрофия дельтовидной мышцы. Синдром замороженного плеча, на удивление, чаще встречается у женщин и у тех, кому за 40. Часто пациенты испытывают сильную боль в ночное время, и это становится причиной бессонницы. А что в этом случае поможет справиться с болью? Методы лечения могут быть консервативные и оперативные. К консервативным методам лечения относятся физиотерапия, прием лекарственных препаратов, которые купируют боль, и нестероидные противовоспалительные средства, а также лечебная гимнастика. К оперативным методам относятся полное либо частичное иссечение рубцовой и фиброзной ткани, вплоть до восстановления функции сустава. В группе риска пациенты с диабетом, аутоиммунными заболеваниями и проблемами со щитовидной железой. Методы лечения синдрома индивидуальны. Главное – следовать рекомендациям врача и регулярно выполнять программу упражнений на протяжении всего периода лечения.
Вести здоровый образ жизни – это лучшая формула здоровья. С вами был Дмитрий Шевцов и до новых встреч на телеканале ОНТ. Инженерные классы и роболаборатория. В Минске после капитального ремонта открылась одна из лучших гимназий столицы – 146-я. Строительные работы вели чуть больше полугода. Какими новшествами удивили учеников и учителей, узнаем в нашем проекте «Минск Файлз». У жителей Московского района столицы яркое событие. Вновь открыла двери для учеников гимназия номер 146. С весны прошлого года она находилась на капитальном ремонте. Дети учились в соседних школах. Временные трудности компенсировались с лихвой. После ремонта это практически новое здание, которое обновили основательно и в кратчайшие сроки. Зданию 43 года. Конечно, оно требовало обновления. Какие работы были проделаны? Ну, здесь хочется отметить, что наше утро начинается с улыбки. И педагоги, и наши дети, и родители приходят в обновленное здание с улыбкой, потому что впереди нас встречают современно оформленные коридоры, уютные учебные кабинеты. В ходе модернизации здания были обновлены инженерные коммуникации, здание утеплено, заменены окна. И, безусловно, все это способствует нашей комфортной и работе, и учебе. Я в гимназии работаю уже почти 10 лет, и, конечно, мы с ребятами очень ждали возвращения в гимназию. И вот в начале третьей четверти мы вернулись в обновленное здание, и, конечно, были поражены, приятно удивлены и цветом стен, и светом, и тем, что появились новые стенды, и телевизор в рекреации начальных классов. Ребята с удовольствием ходят на занятия, еще больше у них стало интереса и позитива, и поэтому я думаю, что вот этот эмоциональный настрой их подъем поможет достигнуть нам высоких успехов в учебе. Когда я зашла в гимназию, я очень удивилась, и мне очень понравилось после ремонта. Стало очень красиво, наш кабинет очень преобразился, спортзал стал очень красивым, и стало очень атмосферно. Как изменился спортзал? Для меня самое любимое место в нашей гимназии – это наш новый спортзал. Он стал ярче, современнее. Мы тут проводим очень много времени, в особенности после уроков. Благодаря этому достигаем высоких результатов в соревнованиях. Гордость гимназии – инженерно-технический центр. Здесь проводят кружки и факультативы по электронике, схемотехнике и 3D-моделированию. Есть современное робототехническое оборудование, наборы платформ для программирования, датчиков и даже специальный стол для соревнований по робототехнике. Здесь дети знакомятся с инженерными профессиями, да, то есть они приобретают навыки первичной профориентации. Все хотят быть программистами, но когда ребята узнают, что программист – это тоже инженер, да, у него в дипломе тоже написано «инженер-программист», и откуда это все приходит, то они понимают, и они начинают увлекаться и той же радиоэлектроникой, схемотехникой, простейшим каким-то программированием, но конструкцией. Не просто программный код, а дети видят, у них есть объект, который они запрограммировали, они начинают понимать, как это им поможет в дальнейшем, да. То есть им это действительно очень нравится. Тут и красиво, и интересно, потому что ты можешь создать что хочешь из конструктора и в компьютере. Еще у нас очень интересно, потому что учительница нам все рассказывает, разъясняет, как нам создать что. А тебе? Мне тоже очень нравится. Тут очень много классных вещей. Есть доска, проектор, поле, чтобы ездили роботы.
преобразили крыльцо и прилегающую территорию, а также стадион, где появилась беговая дорожка с профессиональным покрытием, которая создает идеальные условия для занятий спортом. Запонки снятся как отражение гордыни. Измените свое поведение при помощи самооценки. Бриллиантовые запонки снятся к роскоши и приятному общению с близкими друзьями. Приснившиеся мужчине запонки намекают о неправильном использовании собственной энергии. Если во сне вы застегивали запонки на манжете рукава, значит, наяву получите высокую награду. Но каким бы ни был ваш сон, главное – не проспите утро. Это «Наше утро», и мы сегодня обсуждаем одну из самых резонансных тем наступившего года. В сетях мелькают страшилки про болезнь X, смертность от которой может якобы в 20 раз превзойти коронавирус. Паника в СМИ, локдауны, логистические коллапсы и изоляция. Мы помним, как мир чуть не сошел с ума. Но время показало, спокойный подход, планомерность и отсутствие паники решает такие моменты гораздо больше. Беларусь готова к любому развитию событий, ведь за время пандемии коронавируса наработан большой опыт. В нашу страну коронавирус пришел в феврале 2020 года. 27 числа его выявили у иранского студента, вернувшегося с родины на учебу. Этот и последующие за ним случаи вызвали волну паники в обществе. Никто не понимал, как защищаться, скупалось все – лекарства, маски, антисептики, медицинские перчатки. Мы предпринимали все возможные методы, чтобы выявлять, лечить и помогать в последующей реабилитации. Но главное – не поддаваться панике и искусственному нагнетанию, которое всяким образом тиражировали многие страны и зарубежные СМИ. Наш президент неоднократно подчеркивал, что в мире устроили коронапсихоз. Знаете, одному трудно в мире особенно идти против течения. Но я все-таки принял решение, что мы не должны закрываться, что мы должны работать. Слушайте, а как можно закрыться и не работать, когда на селе крестьяне сеют? И если не посеять, есть будет нечего. И те, кто сегодня закрылись, просвещенные, мощные, демократичные, сегодня начали работать. Наша страна всегда идет своим путем, и даже в этот непростой период мы выбрали свое направление без локдаунов и ограничений, не закрывали границы. Те, кто выбрал политику нулевой терпимости к коронавирусу в своих странах, сейчас пожинают тяжелые плоды. Меры Беларуси возымели свой эффект, однако переломным этапом в войне с пандемией стала вакцинация. Первая партия «Спутник Ви» прибыла в нашу страну в канун нового 2021 года. Но нужна была и собственная вакцина. Наш президент поручил сделать ее в кратчайшие сроки. Производство такого препарата от коронавируса было первым опытом для белорусских ученых. На сегодня клинические испытания завершены, препарат прошел все исследования и показал высокую эффективность. У испытуемых происходит повышение уровня иммуноглобулинов G к SARS-CoV-2 как в 28-й день, так и 42-й день после вакцинации. Первая и вторая фазы клинических испытаний проводили на базе Гомельского медицинского университета. Участвовали 129 добровольцев. В ВУЗе создали команду исследователей. Все этапы испытаний были под пристальным контролем ученых и опытных врачей. Оценивали и эффективность, и безопасность. На первоначальном этапе речь шла о выпуске более 2 миллионов доз вакцин. В будущем их также собираются поставлять за рубеж. Несмотря на то, что наш коллектив относительно молодой в большинстве своем, они с большим энтузиазмом включились в эту работу. Работаю с полной отдачей, хотя вы сами понимаете, что мы первопроходцы, а первопроходцам не всегда нелегко. Надо какие-то вопросы решать с нуля. И в конечном итоге, я думаю, мы достигнем того, что наше государство и наши люди получат надежную защиту от COVID-19. Сейчас уже понятно, что пандемия коронавируса стала катализатором серьезных изменений и сработала как ускоритель для многих областей и изменила отношение к важным вещам. Кстати, стоит отметить, что мир и некоторые СМИ все так же продолжают нагнетать ситуацию. В январе на Всемирном экономическом форуме было много важных тем, но особо пристальное внимание привлекла подготовка к болезни X.
которая, согласно тревожной формулировке, может вызвать в 20 раз больше смертей, чем пандемия ковида. Конечно, пока никакой болезни X на самом деле не существует. Это условное обозначение для неизвестного на сегодняшний день инфекционного заболевания, которое может привести к международной пандемии в будущем. И здесь же снова каждому из нас стоит подумать над тем, кто и для чего вновь пытается внести дисбаланс в обществе. Доброе утро! У нас время беседы с психологом и вопрос Марии из Брестской области. Наша телезрительница пишет, что подписана на девушку-блогера, которая часто рассказывает о психологической взрослости и сепарации, отделении ребенка от родителей, и что это самое отделение часто проходит тяжело. Вот Мария задалась вопросом, у всех ли сепарация рано или поздно должна произойти, или это выдуманная проблема, и над этим не стоит задумываться. Павел, это действительно происходит у каждого человека, или это какие-то выдуманные проблемы? Доброе утро. Конечно, здесь хотелось бы сначала разобраться, о каких именно проблемах идет речь, но что может быть? Действительно, бывает так, что человек боится отлипнуть от родителей, это не очень часто встречается, и боясь отлипнуть от родителей, он, ну, например, не идет в большой мир, не строит свою собственную жизнь. Так или иначе, задача родителя все-таки подготовить человека, ребенка своего, к самостоятельной взрослой жизни. Мы, как родители, в общем, нацелены на это. Поэтому мы все дальше отпускаем ребенка. Но вспомните, сначала мы его держали на руках, потому что он даже ходить не может. Потом мы всегда за ним присматривали на детской площадке. Потом он уже мог ходить один на детскую площадку. Потом куда-то ездить один, а потом и работать, и жить, и так далее отдельно. Если речь об этом, то, конечно, крайне важно, чтобы такое случалось. Иначе, во-первых, на родителя ложится колоссальная нагрузка, с которой родитель может не справиться. А во-вторых, сам человек не получает важных моментов. Ну, то есть, если ты все время держишься за родителя, то ты что будешь делать, когда родителя не станет? Нужно учиться стоять на своих ногах. Четко, понятно. Да, абсолютно слов. Отдельный совет от нашего психолога Павла Зыгмонтовича. Да, и задать ему свой вопрос можете и вы. Присылайте письма на нашу электронную почту utrosobaka.unt.by. По местам боевой и трудовой славы студенты и преподаватели Белорусского государственного педагогического университета отправляются в интернациональный звездный поход. 11 отрядов, а это более 250 студентов, посетят 10 районов разных областей страны. Проекту практически 60 лет, и за это время он привлек не только белорусских студентов, но и молодежь из Азербайджана, Казахстана, России, Узбекистана и Таджикистана. В учреждениях образования встретятся с учащимися школ, проведут уроки мужества, профориентационные встречи, круглые столы, диалоговые площадки, организуют мастер-классы, выступят с концертными программами патриотической направленности. К участникам звездного похода присоединятся курсанты Института пограничной службы Республики Беларусь и Университета гражданской защиты Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь. Студенты и преподаватели встретятся с ветеранами войны и труда, проведут митинги и возложат цветы к братским могилам воинов и мирных жителей, погибших в годы Великой Отечественной войны. Да, и 59-й звездный поход отправится в исторический вояж по Беларуси уже 30 января. С любовью к музыке. Это про нашу гостью. И в нашей студии артистка музыкальной медиакомпании Александра Мелих. Саш, привет. Доброе утро. Доброе утро. Рада видеть тебя в нашей студии. И знаем, что ты пришла к нам с песней, таким классным названием «Зроблена в Беларуси». Это премьера на нашем телеканале, надо сказать. На нашем, да. Но мы ее обязательно послушаем. А прежде чем послушаем, хотим узнать, кто автор, кто музыку написал, кто слова. Автор слов Анна Силук, автор музыки Олег Шаумаров. Это первое мое такое комбо, потому что с Олегом Шаумаровым я еще никогда не работала и всегда мечтала поработать. Вот. И получился хит. То есть ты получила сама удовольствие тоже? Да, да. Ну, надо сказать, что этот год, знаешь, какой у нас год? Под каким названием идет? Белорусский. Год качества. Год качества. Мы знаем о нашей хорошей продукции, она гремит во всем мире, но все-таки надо персонально к тебе задать вопрос. Что ты любишь из белорусского? Колбаску. Колбаску. Те самые три кусочка
разные, и вареные, и копченые? Люблю всю колбасу. Неужели только колбаса? А как же, там, не знаю, молочная продукция? Сырочки еще люблю. Сырочки? Да. То есть вот еще совсем молодая. Песню свою любит, которая все, сделана в Беларуси, правильно? Да, да. У нас вообще самое натуральное, самое вкусное, это только в нашей стране. Хорошо, но надо, наверное, все-таки нашим телезрителям напомнить, что сейчас на сайте телеканала УНТ идет голосование за участников проекта «Песня года Беларусь», которая состоится весной. Грандиозный концерт. Мы очень надеемся, что ты тоже примешь в нем участие. Конечно. У тебя там уверенность песня, вперед, города. Песня «Брось слова» под номером 23. Вот убеди наших зрителей и слушателей, в том числе, почему нужно проголосовать за твою песню. И нас. Ну и нас. Я там единственная народница. И очень хочется, вот, да, чтобы наш телезритель побольше слушал народной музыки, вот, чтобы они голосовали, и чтобы народной музыки было еще больше. Вот. Вот коротко, ясно, песня доступно, года плюс понятно. Популяризация брось народной музыки. Лишние слова, как говорится. Так. Вот, я очень мечтала, кстати, попасть на «Песню года», потому что в прошлом году я сидела, такая, думаю, боже, классно бы было бы вот там вот оказаться. Угу. Мечты должны сбываться. Да. А над чем сейчас еще работаете? Над новыми песнями. Какие? Какие задумки, пока какие планы? Секрет. А может быть, клип назроблен в Беларуси? Пока не думали. Как я все говорю, предприятия должны очень, рваться в ваш клип? Очень быстро все получилось с этой песней, поэтому мы как-то и не поняли, как это все произошло. Так, я уже подала идею, что все предприятия могут в клип. Так, ты сейчас увидишь нарезку, которую мы сделали. Как раз получается, что практически зроблено в Беларуси. То есть мы уже сделали клип? Да, ну мини-клип. Спасибо. По крайней мере. В общем, зачем лишние слова, дорогие друзья? Во-первых, спасибо огромное за хорошее настроение тебе, Саш. Ты всегда такая лучезарная и излучаешь только исключительно положительную энергию. Так вот, друзья, сейчас вот наши телезрители, я думаю, что увидят замечательного человека еще раз в качестве исполнительницы в нашей студии со своей потрясающей песней «Зроблено в Беларуси». Мы ее вчера уже увидели. Итак, премьера песни «Зроблено в Беларуси» на УНТ.
Чуть больше двух недель до юбилея, 3 февраля, программа «Наше утро» отметит 20-й день рождения. И мы, как обычно, дарим подарки на свой праздник. Конкурс «Утро лучшего дня» – это возможность показать на всю страну, как вы смотрите любимую программу. Есть вдохновляющие примеры, смотрите, что мы получили от телезрителей. С добрым утром, «Наше утро», вместе с вами, встречая рассвет, я желаю вам доброго утра, еще много-много лет. Несмотря на любую погоду, может дождь или снег за окном, непременно идете к народу, заглянув почти в каждый дом. Вы – любимая передача, только с вами встречаю рассвет. И себе, и вам я желаю вместе быть еще много лет. Присылайте фото и видео на нашу почту утро@онт.бай или в Instagram «Наше утро», _ONT. Призы вас приятно удивят. Нам сказали, что мы их можем уже озвучить. Это мультиварка, гриль и многое другое за самые интересные ролики. В общем, всем удачного дня. 24 января. 13 и 14 лунные сутки. День перед полнолунием. Сегодня происходит энергетическая подзарядка. Отработанная за предыдущие 12 дней энергия заменяется новой. Символ дня – колесо. Поэтому 13-й день хорошо подходит для строительства круглых объектов – колодцев, фонтанов и куполов. Болезни опасны, но сегодня прекрасно усваиваются и работают лекарства. Небольшие геомагнитные возмущения – 2 балла. И помните, мир как зеркало. Он отражает ваше отношение к нему. Прекратите битву, и мир пойдет вам навстречу. «Наше утро» – свежий взгляд на новости и анонсы самых разных ракурсов. Есть еще одна тема, которую мы не обойдем вниманием. Начни день с финансов, а мы расскажем о последних новинках, продуктах и сервисах для всех категорий клиентов, инновационных решениях и акционных предложениях крупнейшего банка страны. Потребительский кредит на наши родные товары с фиксированной ставкой 4% годовых. Вы уже про это слышали? Действительно уникальное предложение Беларусьбанка. С одной стороны, поддержка отечественного производителя, а с другой, очевидно, выгодные условия для нас, покупателей. Согласитесь, приобрести все необходимое здесь и сейчас порой финансово некомфортно. Да, магазины часто предоставляют рассрочку, но, как правило, реальная цена товара тогда выше, не действуют скидки и акции. И срок выплат лишь несколько месяцев. Не зря многие белорусы уже называют кредитный продукт Беларусьбанка практически 3-летней рассрочкой. Мы уже им пользуемся. Мы уже приобрели холодильник, плиту электрическую. Сейчас выписали на морозильник. И вот уговариваю мужа поменять телевизор. Так что очень всем советую. Очень легко оформляется. Консультация хорошая в Беларусьбанке дают. Я уже, в общем-то, был в Беларусьбанке, взял их рекламку. Какие производители и все остальное. Они мне все разъяснили детально. А теперь я присматриваюсь к товару. И уверен, что буду брать и ничего не потеряю. Оформить кредит можно в любом отделении Беларусьбанка или сделать это онлайн, подав заявку в интернет-банкинге, м-банкинге или на сайте belarusbank.by. Там же вы найдете и полный перечень брендов, чью продукцию можно приобрести с помощью этого кредита. Товары востребованы и давно зарекомендовали себя на рынке. Бытовая техника «Атлант», телевизоры «Витязь» и «Горизонт», сантехника «Керамин», мебель «Пинск», «Древ», мини-трактор МТЗ и отечественные велосипеды. Это лишь части списка «Зроблено у Беларуси». Для белорусского потребителя это уникальное предложение. Потребитель сможет приобрести технику комфортно, с хорошими, да, я сказал бы, с лучшими условиями на рынке. Ну и наша техника сейчас достигла мирового уровня. Она отличается своими достаточно серьезными преимуществами. Вывели в прошлом году модельный ряд стиральных машин с паром, новые холодильники с системой No Frost. Ну и такой серьезный аргумент, что «Атлант» дает на свою технику 3 года полной гарантии. Система кредитования, я думаю, она сработает и будет и для Беларусьбанка эффективна, и для потребителя в
целом эффективно и также для компании «Атлант», которая стремится быть ближе к потребителю. Причем с помощью продукта «Беларусьбанка» можно приобретать и по несколько единиц техники или других товаров любимого бренда. Главное – уложиться в одобренную банком сумму. Максимально возможное – 300 базовых. Сегодня это 12 тысяч рублей. Но, конечно, размер кредита рассчитывается индивидуально в зависимости от вашей платежеспособности. За последние 3 недели чаще всего клиенты совершали покупки на 5 тысяч рублей. И тут простая математика. Платеж по такому кредиту в месяц составит около 160 рублей. Из них по процентам лишь около 17. Ну, с таким кредитом можно и взять, почему нет? Нет, это хорошая идея. Тем более, что белорусские вот эти дела, они хорошие. Плиту мне уже надо менять, поэтому я пришла посмотреть, да. Не все же дают в рассрочку, а под кредит и с таким маленьким процентом это очень хорошо. Наша, родная. Это не только про любовь к своим товарам и уважение своего производителя. Это всегда про качество, инновационные технологии, конкурентоспособность. И лучше любых слов говорят цифры. Кредитный продукт только стартовал в начале года, и менее чем за 3 недели уже оформлено 2980 кредитных договоров на общую сумму более 15,5 миллионов рублей. Такой продукт от Беларусьбанка мы точно давно ждали. Начни день с финансов, а мы расскажем о последних новинках, продуктах и сервисах для всех категорий клиентов, инновационных решениях и акционных предложениях крупнейшего банка страны. Это наше утро, и прямо сейчас Любовь Черкашина дает подсказки по стилю. Удобный и простой аксессуар наверняка пригодится любителям сдержанного образа. Хоба – это женская сумочка небольших размеров. По форме напоминает мешок с двумя ручками. Современная интерпретация – бескаркасное изделие из мягкого материала в виде полумесяца. Ручки могут быть разного размера и дизайна. Внутри лишь одно большое отделение, иногда с небольшим подвесным карманом для телефона, ключей, косметики. Это, наверное, самая вместительная сумка у женщин. Одна из. Хоба подходит под стили casual и boho. К вечернему наряду или к деловому костюму ее не надеть. Но в качестве повседневного аксессуара с возможностью сложить покупки при шопинге имеет право быть в каждом женском гардеробе. Вот так. Однако, вот. Вот ты сказала одна из. Ну, а это, кстати, одна из моих любимых сумок. Потому что мне нужно, чтобы в сумке было все и немножко больше. Еще, да. И немножко. А так сколько у тебя сумочек вообще? До одной хватает. Вот это большое, а внутри можно пару маленьких. Да ладно, ну серьезно. Вот не считала, но немного. Я знаю, что сумочек у женщин много не бывает. А есть пара дорогих, а все остальные так. По кругу? Да. В виде боха, да? Да. Или хоба, вернее, я уже все запутался. Хоба, хуба. Вот тебе хуба. И хоба, едем дальше. Точно. В Минске стартовал благотворительный проект «С добрым сердцем в каждый дом». Цель простая и благородная – объединить минчан в добром деле и помочь семьям, в которых воспитываются дети с ограниченными возможностями. Присоединиться может каждый. В столице продолжается благотворительный марафон «С добрым сердцем в каждый дом». На протяжении месяца в каждом районе столицы проходят концерты, акции, театрализованные представления и выставки. Вырученные средства направят на благотворительность. Помощь получат 44 семьи, которые воспитывают детей с инвалидностью. Помочь может абсолютно каждый. Вот я для себя лично сфотографировал этот счет, чтобы тоже реально участвовать не только словом, но делом. И я его распечатаю, и в конце литургии, торжественной на крещение, и в последующие дни я предложу всем нашим прихожанам тоже поучаствовать. Потому что молитва, она должна подтверждаться и подкрепляться делами. Открыт благотворительный счет. Подробная информация, а также реквизиты для перевода размещены на сайте Мингорисполкома. У 8-летнего Ильи Березика врожденный порок головного мозга. Ходить самостоятельно мальчик не может. Илья прикован к инвалидной коляске. Однако она ему уже не по размеру. Очень бы не помешала коляска. Потому что ребенок подрастает, старая изнашивается. Было бы очень здорово получить
помощь в коляску. Коляски такие стоят довольно-таки дорого. Это 3-5 тысяч белорусских рублей. И для простого бюджета, я отец одиночку воспитываю двоих детей, это довольно-таки тяжело. Вот так вот взять и купить. Коляска нужна и 10-летнему Михаилу Матюшенко. У мальчика ДЦП, и он не знает, каково это – ходить. Мы очень благодарны, что мы попали в этот марафон на сегодняшний день. И очень благодарны организаторам всем, всем, кто вообще участвует в этом. И надеемся, что наша мечта на сегодняшний день исполнится, и у нас будет полноценная, хорошая, качественная коляска. В наших силах сделать так, чтобы этим детям жить стало немного легче. Марафон добра и помощи продлится до середины февраля. Бренд, сделанный в Беларуси, славится на весь мир, но нет предела совершенству. Вот эту тему и обсудим в гостях этим утром. Заместитель министра экономики Республики Беларусь Владимир Наумович. Владимир Александрович, доброе утро. Здравствуйте. Доброе утро. Министерство экономики проводит конкурс «Перспективные белорусские бренды». В каком формате он будет проходить? И как это будет выглядеть? Все верно. В конце прошлого года было принято решение организовать такой конкурс. Организаторами конкурса, как вы правильно сказали, выступает Министерство экономики. И наш партнер основной – Белорусский фонд финансовой поддержки предпринимателей. Mm-hmm. Помимо этого, в организации конкурса участвуют облисполком и Минский горосполком и наши партнеры. Основная задача конкурса – это подсветить наши местные белорусские бренды, еще на сегодня широко, скажем так, не представленные в информационном пространстве, но тем не менее, которые у нас уже есть. Действительно, с учетом складывающейся ситуации, освободились определенные рыночные ниши, большие игроки ушли с нашего экономического пространства. И задача вот эти маленькие организации, малые и средние организации подсветить и помочь им с продвижением на нашем белорусском рынке, популяризовать их в нашем экономическом пространстве. Хорошо, но если говорить о конкурсе, прием заявок идет? На сегодняшний день, да, в рамках конкурса организован прием заявок. Сам конкурс будет проходить в три этапа. Первый этап он уже идет, заявки принимаются и принимаются до 1 февраля. На втором этапе по конкурсу будет проводиться отбор поступивших заявок. Нужно будет претендентам подготовить определенные материалы. С тем, какие материалы, как их подготовить, можно ознакомиться в интернете на сайте Белорусского фонда финансовой поддержки предпринимателей. Там же можно и скачать заявку и посмотреть, в каком формате нужно подготовить презентационные материалы. Если возвращаться к самому конкурсу, то он будет проходить по 9 номинациям. Они определены в условиях. Это продовольственные товары и фермерские товары, непродовольственные товары. Товары, связанные в производстве наших фермеров, да, также продукция, услуги в сфере высоких технологий, продукция в сфере Министерства промышленности, высокотехнологичное производство. Также это продукция, ориентированная на деток наших, да, как же без этого. И есть номинация, которая определена в качестве одного из ориентиров. Это продукция, услуги, сервис, туризм, спорт. А какие важно. Перспективы открывает этот конкурс, как вы видите? Нам бы очень хотелось, чтобы конкурсанты, лауреаты, победители получили определенную поддержку, как я говорил, со стороны наших партнеров, которые заложены определенные спонсорские пакеты, которые помогут им продвигаться как на внутреннем пространстве республики, так мы рассчитываем и на за пределы нашей страны. Но это преференции какие-то, там налоговые послабления, возможно? Или же все-таки это конкретный приз в этом конкурсе? Нет, конкретных призов нет. Есть меры определенной поддержки, которые, как мы полагаем, нужны молодому, начинающему, развивающемуся бренду. Мы не говорим, что это компании, которые только-только вновь созданы. Мы говорим о молодых, развивающихся брендах. То есть компания может уже давно быть представлена на рынке, но появилась каким-то своим новым продуктом, услугой, своим сервисом, и она может претендовать на участие в этом конкурсе на тех условиях, которые определены, подав заявку.
Речь идет о том, что нам надо помочь популяризовать их продукт, их сервис, их услугу. Для этого партнерами разработан ряд мер поддержки. Это продвижение на маркетплейсах, через которые сегодня очень много продукции двигается всех известных российских компаний, если мы говорим экономическое пространство ЕАЭС. То есть такая дверка открылась. Совершенно верно. Хорошо. Задача двинуть наши компании, как я сказал, не только внутри страны, но и за ее пределы. Помощь работы с самим брендом, да, то есть формируются пакеты популяризации брендов. То есть наши партнеры предоставят со своей стороны услугу о том, как надо двигать бренд, помогут оценить лауреату слабые и сильные стороны его бренда. Ведь некоторые компании на сегодня могут и не представлять, что их бренд, он уже является брендом. Хотя на определенной территории нашей страны пользуется их продукт хорошим спросом. И этого вообще достаточно, да? Да. Ну, такой толчок. И этого достаточно, это надо показать, сильные стороны подсветить, слабые стороны, направление движения. Очень хочется спросить, а что же это за всемогущие партнеры-то такие? А, секрет. Тут можно сказать, ну, здесь очень активно откликнулся наш банковский сектор, очень активно откликнулись те же маркетплейсы. Есть со стороны органов госуправления профильных, которые заняты в стандартизации, наш госстандарт, который тоже со своей стороны окажет определенную помощь. Часть поддержки планируется предоставить парк высоких технологий со своей стороны. То есть набор наших партнеров достаточно широкий. Но один из самых главных – это наш соорганизатор, это Белорусский фонд финансовой поддержки, который учредил, наверное, главную свою номинацию – это право победителей воспользоваться в течение трехлетнего периода поддержкой на привлечение займа по льготной ставке в размере 50% ставки рефинансирования. Достаточно неплохие условия для молодых и начинающих брендов. Это такая инициатива замечательная для малого, среднего бизнеса, совершенно правильно? Верно. Совершенно верно. Да. Шикарно. Владимир Александрович, спасибо вам огромное за разъяснение. И потрясающая инициатива, на мой взгляд, особенно для тех, кто действительно довольствуется только внутренним рынком, но никак не хочет выходить на внешний. Спасибо за предоставленную возможность пообщаться. Единственное, что в завершении хотелось бы всем нашим активным компаниям, молодым предпринимателям, соответствующим условиям, которые я озвучил, в оставшиеся дни регистрироваться. Мы очень ждем и будем рады со всеми ними поработать. Конечно, это такой шанс. Здорово. Регистрируйтесь. Да. Спасибо еще раз. Да. Напомним, у нас в гостях этим утром был заместитель министра экономики Республики Беларусь Владимир Наумович. Застрахован, значит защищен. Если человек по какой-то причине должен понести расходы, их на себя берет страховая компания. Какие виды страхования появились недавно и какие наиболее распространенные, об этом расскажет адвокат Минской областной коллегии адвокатов Мария Загудаева. Доброе утро, Мария. Доброе утро. Доброе утро. В Республике Беларусь издан закон о страховой деятельности от 5 января 2024 года. Данный закон, за исключением некоторых положений, вступает в силу с 1 января 2025 года. В этом законе установлены новые виды страхования. Виды страхования – это направление страхования, то есть деление их по объектам. На сегодняшний день существует три основных вида страхования. Это личное, имущественное и страхование ответственности. Закон делит личное страхование на два подвида. Это личное страхование, относящееся к жизни, и личное страхование, не относящееся к жизни. Например, к личному страхованию, относящемуся к жизни, является страхование жизни, страхование от смерти, страхование жизни ребенка. А к личному страхованию, не относящемуся к жизни, относится страхование от несчастных случаев, страхование от несчастных случаев и заболеваний, страхование от несчастных случаев и болезней при посещении иных стран, медицинское страхование, связанное с оперативным вмешательством. Следует отметить, что перечень видов страхования, он не является исчерпывающим, он постоянно растет в связи с политическими, экономическими и общественными факторами. Интересная тема, да. Спасибо большое, Мария. Мороженое. Десерт, который обожают дети и взрослые во всем мире. Однако в каждой стране есть свои любимые рецепты приготовления этого лакомства. Мы составили краткий гид по самым популярным видам мороженого, которые вам обязательно стоит попробовать.
Знаете ли вы, что в Египте растет около 10 сортов манго? Сезон этого фрукта здесь начинается в конце июня и заканчивается в ноябре. И в этот период в кафе и на улицах можно найти великолепный манговый сорбет. Он достаточно легкий, имеет клейкую текстуру и растягивается как нуга. В Уругвае очень популярно мороженое со вкусом дульсе де лече. Это южноамериканский аналог вареной сгущенки, название которого в переводе с испанского означает «джем из молока». Торты, пироги, печенье и мороженое с этим карамельным соусом можно встретить в этой стране на каждом углу. Использовать сок из корней лакрицы в кулинарии первыми придумали финны. И очень быстро эта мода распространилась на всю Скандинавию. В Исландии можно попробовать экстравагантное мороженое с лакрицей. Оно может быть черным или белым, с горько-солено-анисовым привкусом. В Турции мороженое называется дандурма. Продукт отличается необычной консистенцией, похожей на ириску. Достичь ее получилось благодаря секретному ингредиенту в составе – муке из орхидей. Блюдо едят двумя способами – либо в вафельном стаканчике, либо с помощью ножа и вилки. Японцы привычно не изменяют самим себе и делают мороженое из рисовой муки моти. Вкусы у него могут быть разные – от земляники до красной фасоли. Мороженое в готовом виде выглядит как шарик или небольшое пирожное. На вернисаже как-то раз у Национального художественного музея красивая дата – 85 лет со дня основания. В нашем следующем материале мы вспомнили историю главной арт-площадки страны. В семье музейных арт-площадок его узнают по фирменным колоннам. И у него не одно здание, целый музейный квартал. 85 лет назад в белорусской столице появилась своя картинная галерея. Тогда ее возглавил известный керамист Николай Михалап. Правда, первый адрес в паспорте будущего национального художественного был не по улице Ленина. В 1939-м храм искусства располагался по соседству, на Карла Маркса, 29. Это здание было очень хорошо приспособлено для таких вещей. Там было 1500 квадратных метров площади, потому что в этом здании ранее помещалась женская мариинская гимназия, а в 30-е годы общежитие высшей сельскохозяйственной школы. То есть там были просторные 15 огромных вот этих учебных классов, ну и потом приспособленных под общежитие. И, конечно, эти 15 классов стали 15 залами. И в экспозиции старой картинной галереи поместилось 400 произведений. После Великой Отечественной высокое искусство прописали в Доме профсоюзов. Лишь в 57-м на нынешнее место его перевезла Елена Аладова, первая женщина-директор Национального художественного. Сегодня ее образ на входе в главный корпус музея и в его залах, здесь как в театре. Главное, чтобы подрамник сидел. Не так просто, как может показаться с первого взгляда. Вот огромная площадь, и надо паркет попылесосить обязательно, мрамор, влажная уборка, вытереть. Вот у нас тут такие балясины есть, тоже их непросто. И это достаточно большое время занимает. А в эти коридоры посторонним вход воспрещен. Реставрационные мастерские – своего рода культурный госпиталь. Их в музее 21. Сейчас здесь приводят в чувство библейский сюжет неизвестного мастера. Она давно была снята с подрамника и находилась в таком состоянии, как вы видите, утрачен угол, утрачена кромка. Кромка была когда-то завернута, на нее натягивали, на авторскую живопись натягивали, кромка утрачена полностью. И если мы можем представить, вот такой вот был холст, столько утрачено. Многочисленные разрывы, ну, разложившийся лак, утрата красочного слоя, спекание, полный комплекс проблем. Вот. Но все это мы победим. Бывает провисание, бывает вздутие, бывают разные проблемы, которые требуют прямо с экспозиции, забирают в реставрацию. С выставок практически такого не бывает, потому что выставка планируется заранее, к выставке заранее готовятся предметы. А если экспозиция постоянная, то, конечно, это могут быть проблемы. В коридорах музея легко потерять ориентир. Как пройти к печальному силуэту Мадонны Савицкого? Или сразу в новый корпус? Он прирос к главному в 2021. За этим
культурным объединением следил лично президент. Под его росчерком музей расширился и в 2006-м. Пару месяцев назад в здешних залах поселились и археологи итальянского художника Джорджо де Кирика. Сюда их передали из первых рук. Совсем скоро у нас запланировано проведение торжественного открытия выставки, музейных афиш и архивных фотографий. Афиши впервые представлены в качестве экспонатов выставки. Всего будет представлено около 40 афиш и 30 фотографий. Большинство фотографий было представлено Белорусским государственным архивом кино, фото, фона, документов города Дзержинска. И на выставке будут такие представлены уникальные фотографии. Национальные художественные – это более 30 тысяч объектов созидания. Под этими сводами судьбоносных для страны решений не принимали. Но культура – вот что делает белоруса белорусом. Цитата президента. И уже 85 лет в национальном художественном сохраняют наш культурный код. Ярослав Брагида, Евгений Александров. Наше утро. А что там насчет санкций? Беларусь восстановила экономику, набирает обороты в достижении самых важных целей, ВВП растет, экспорт набирает обороты, а значит и улучшается наше с вами благосостояние. О том, как сохранить и переориентировать производство, покажем на вдохновляющем примере. Это Минское производственное кожевенное объединение. Минское производственное кожевенное объединение в Гатово – лидер в отрасли. В год предприятие производит около 3 миллионов квадратных метров кожи. Готовым продуктом можно застелить 400 футбольных полей. Мы работаем в основном на нашем белорусском сырье. Забираем шкуры крупного рогатого скота с мясоперерабатывающих предприятий. Это наши мясокомбинаты. И затем делаем различные виды кож для обувной промышленности, для галантерейной, для мебельной, даже для протезов делаем. Есть у нас достаточно успешный опыт выпуска так называемой автомобильной кожи. Также кожа, выпущенная у нас, сегодня летает, потому что ею были обиты кресла лайнеров авиационных. В ассортименте более сотни видов изделий. Расцветка и отделка на любой вкус. Среди трендов этого сезона – персик, фуксия, лаванда. Всем нашим крупным клиентам переданы каталоги, и уже есть размещение в заявке цветовой гаммы. Следующая коллекция будет представлена буквально через, наверное, 2-3 месяца. Тоже будет, как правило, собираем огромный художественный совет, приглашаем предприятия, порядка 100 фабрик. Фабрик нас каждый раз посещает на художественном совете, прислушивается нашего мнения, так как данные цвета представляются не просто, а делается именно аналитикой. В условиях санкционного давления за несколько месяцев удалось переориентировать каналы продаж натуральной кожи. Продукт, как и прежде, востребован на внешних рынках. Ну, закрылись одни двери, откроются другие. Да, это чуть труднее, но, как я говорю всему своему коллективу, зато как мы интересно живем. Каждый день что-то новенькое, мы постоянно должны совершенствоваться, развиваться, искать решения самых сложных вопросов. Ну и, конечно, приоритет – это задачи, поставленные главой государства, когда он нас посетил в 2021 году. Это, в первую очередь, максимально удовлетворить потребности наших отечественных производителей изделий из кожи. Ну и над этой задачей мы упорно работаем. Сегодня здесь трудятся почти 600 профессионалов, влюбленных в свое дело. Около 20% коллектива – молодежь, большинство – из столицы и соседних городов. Мы приросли хорошо за последние годы. И здесь очень такой действенный инструмент – это то, что по поручению главы государства за счет средств Минской области построен дом жилой, 100 квартир, которые даны для работников предприятия. Поэтому, дорогие телезрители, у нас еще есть свободные квартиры. Мы всем кожевенным профессиям научим здесь, на заводе. Кожевенное производство для Беларуси остается важным направлением экономики. И сегодня, благодаря усилиям всех сотрудников завода, это направление развивается. Александр Ширинский, Карина Имбулаева, Денис Пугачев. Наше утро. «Азбука гражданина» – это новый проект Белорусского республиканского союза молодежи. Он в игровой форме знакомит с избирательной системой Беларуси. Инициатива включает в себя две части. Первый блок теоретический, который дает возможность молодежи послушать мини-лекцию, а вторая часть – это деловые игры, где может попробовать себя каждый. Решили в этом году вывести данный проект на республиканский уровень. То есть каждый территориальный комитет на своей территории, в своих первичных организациях будет реализовывать данный проект.
И хотя проект только начал свою работу, организаторы отмечают, молодежь интересуется предстоящей электоральной кампанией. Не закрывая границы и не устраивая гвалта. Примерно так Беларусь, одна из немногих, преодолела проблему коронавируса. Но при этом подтянула сферу здравоохранения, наладила систему врачебной помощи в каждом уголке страны, производит вакцину и готова к любому развитию событий. А в мире хватает беспокойства по этому поводу. Болезнь X стала поводом для глобальной подготовки к вызовам, которые еще в перспективе. Но готовить сани летом – разумное решение. И у Беларуси есть отличный опыт. Учтем и используем. Кстати, завтра обещаем интересную тему, которая касается каждого из нас. Ну а на сегодня все. Любовь Черкашина. Александр Серебренников были с вами этим утром. До завтра. Удачи.